Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем свой цикл обзоров. В наш обзор попадает стремянка 2023H, произведенная под торговой маркой Евроголд. Вот бывают вещи, которые ты должен снять, а бывают вещи любимые. Вот это предмет, эта стремянка как раз из этого цикла. Мне она очень нравится самому лично. Поэтому я с большим удовольствием буду делать сейчас обзор по ней. Итак, стремянка она у нас трехступенчатая. Ее основная особенность — высокая дуга безопасности. Но обо всем об этом давайте поговорим уже после того, как мы ее откроем и поставим. Ох, я справился. Наконец-то, очень хорошая упаковка, конечно. Но чувствуются австрийские корни данного предприятия. Но Евроголд, в принципе, это всегда как бы гарантия высокого качества и достаточно транспортабельной упаковки. Раз уж я ее пока что держу в руках, хочу обратить ваше внимание на противоскользящие вот эти вот резиновые вставочки на ножках. То есть стремянка стоит очень хорошо, и когда она опирается на них, всякие проскальзывания даже по плитке здесь исключены. То есть, ну, конечно, на льду может быть, но в обычных условиях квартиры нет. Раскрываем. Становится она очень мягко. Стоит Евроголд, что говорить. Широкие ступени, они противоскользящие, прорезиненные такие. И с такими мелкими пупырышками все покрыто. Высота верхней ступеньки 90 сантиметров. То есть вещь разработана специально для наших с вами квартир. То есть для высоты потолков до 3 метров. Человек взрослый, став на эту стремянку, достает до любых вещей, которые у нас расположены вот, ну, по дому. Там антресоли, шторы и прочее. Далее. Я залезу. А, смотрите, да? Видно? Как это? А, привет. Вот. Стремяночка держит за счет вот этой вот дуги безопасности человека. И не позволяет падать и полностью пользоваться возможностями верхней ступени. Поэтому даже четырехступенчатая стремянка с короткой дугой может уступать по функционалу вот этой вещи трехступенчатой, да? Все благодаря вот этой дуге безопасности. Она сертифицирована, она соответствует немецкому сертификату безопасности TÜV, системе сертификации DEKRA, тоже немецкой. То есть очень и очень серьезные люди работали над разработкой данного изделия, и она прошла все возможные системы сертифицирования и испытания. Ну, что еще сказать о ней? Здесь имеется и перекрестие, которое не позволяет ножкам как-то люфтить, да, стоит реально как вкопанное, просто монолитище. Толщина металла очень хорошая тоже. То есть берешь в руки и понимаешь, да, что это, ну, вещь, и в то же самое время легкая. То есть любая женщина может ей спокойно пользоваться, там, не привлекать лишних людей для того, чтобы что-то достать себе сверху. Система открывания и закрывания тоже очень легенькая и сделана очень правильно. Кнопочкой. Легким нажатием вы ее раскладываете, легким нажатием вы ее складываете. Прекрасно. Поэтому плюсов у нее море, но лучше всего вы их сможете понять, когда эта стремянка будет у вас дома. Кстати, у всех наших сотрудников практически есть эти стремянки, и именно эта модель у них дома. Поэтому наши лучшие рекомендации по стремянке, произведенной под торговой маркой Евроголд 2023H. Спасибо большое за внимание, до свидания.